Представляем паропылесос Kärcher SV1902. Этот пылесос совмещает в себе два агрегата – моющий пылесос с возможностью сухой уборки и пароочиститель. Это экономичный пылесос 3 в 1 с вариантами очистки, которые могут работать как по отдельности, так и вместе. Сухая чистка происходит, как и в обычном аквапылесосе с водяным фильтром. По окончании уборки грязная вода просто сливается из резервуара. Чистка паром дает возможность чистить ковры и другие изделия без использования бытовой химии. Пылесос имеет комплект для уборки пола с подводкой пара, фильтр тонкой очистки воздуха, точечное сопло, насадки для чистки различных поверхностей, в частности для мойки окон. Вес пылесоса 10,5 кг, максимальная мощность 2300 Вт, длина кабеля 6 метров. Kärcher. Уборка – это удовольствие.